хорошо ловит. Чего ты хочешь сказать? Ну, последний раз. Поле желтое, смотрю, в конце самом. Да, что? Последний раз за снежки-то мы едем. А это, значит, подсолнухи, что ли, да, наверное? Да. Значит, подсолнух. Что, медленно ехать? Что ты как хочешь. Там, смотри, какие поля. Слушай, правда, они подсолнухи. Сюда все мечтал я попасть. Там озерцо такое. Как они выросли, обалдеть. Сону неделю, представляешь? Ну, я-то не была давно. А как раз меньше. Потому что какие они огромные, даже это не видно особо верхушек. Какие они здоровенные. Середина июля сегодня, середина июля, да. День рождения. День рождения у мамы, Димы, Сережи, завтра у тебя Таня. Все, один день. Никого. Их прям рядками они сидят. Поцелуй. Ой, как красиво. Солнце все повернулись, ровненько-ровненько стоят. Слушай, а мы что-то никогда с тобой так не видели. Или, да, раньше, слушай, что-то, или кажется, раньше не засеивали, что ли, так под солнцем? Ну как-то было, не знаю. Ой, здесь все вшило, а вот здесь не было, по-моему. Ой, красавицы какие. Твоя. А может твоя? Может моя. Дорога, как мы раньше всю жизнь ездили по этой дороге на дачу. Так и назову. Последний день на даче. А потом буду пересматривать. Люди как идут тут. Останется все это на камере, на флешке. Потом уже половина домов не будет здесь, ну, те старенькие. Все застроят потом. Можно будет приехать, посмотреть. Да ладно, ты не поедешь. Я в домашку вон съездила, посмотрела. Ты же не поедешь туда? Ой, да? Домашка далеко. Ну вот. Тебя укачают. Ну вот. Да я даже и не помню, как туда ехать, где поворачивать. Карта есть для этого. Там все элементарно. В Винтаевку бы я съездила, посмотрела. Ой, это вообще очень далеко. Слышишь? Дальше потом до тебя тоже будет далеко. Как хочешь. Ну давай съездим. Соберешься, если поедешь. Красиво, может, к тому времени. От мусора уже освободят. Какая красота там. Есть разные организации. Какая красота. А воздух какой. Как раньше ходили за грибами. Приехали бы. А, не с ночевкой же. Точно. Точно, точно. Вот наша дача. Последний раз на даче. Последний раз захожу.
наш сад. Последний раз. Сегодня последний день. По саду пройдусь. Яблочки не успели собрать, дозреть вернее. Ой, вывалился, плохо держался. Деревья. Даже слезы немножко накатываются. Груша. Уже он грушки. Кружки уже большие, уже еще недельки две, наверное. И уже все можно будет собирать, все игрушки. Они вообще, кстати, кушаются зелененькими. Потом они уже не такие хорошие. Может быть, если недельки через две уже дача будет не наша, то, может быть, успеем собрать чуть-чуть груш, чуть-чуть яблок, хотя бы носок или покушать хотя бы. В этом году я прям планы у меня были делать сок ребенку, много забрать яблок, груш вон полно. Может, даже не собирать, я сам собираю. Ну, малинку мы уже поели, виноград еще, ай-яй-яй, когда будет, мне больше жалко деревья. То вот это вот, вот это дерево дальнее болеет, я боюсь, как бы его не срубили из-за того, что оно болеет. Будем лечить, вот люди должны быть хорошие, вроде мама сказала. Даже очень хорошие. Там яблоки просто швыряют. Ой, запах тут такой петрушки, как будто. Тут жигулевская. Домик наш. Здесь мы прожили 20 с лишним лет. Представляете? Дача 20. Сколько даже, наверное? Лет 23. Деревья мы уже здесь по 20 лет. Они уже какие старенькие. Саду 20 лет. Газону 10 с лишним. 13, по-моему. Или 14. А, нет, 14, 15 лет газону. За эти 15 лет мы его ни разу не досаживали, ничего с ним не делали. Все само растет. Там он сорняками заросло. Конечно, у меня много есть роликов на Ютубе, где я снимала наш сад. Ну, родители уже, мама уже не может ездить, надоело. Бабуля старенькая, ухаживать за ней, конечно, уже некому. Никто не хочет, муж не хочет, поэтому вынуждена продать. Хотя очень больно, очень слезы накатываются. Елочки вон там у нас. Так, наша кухонка. Вот так у нас всегда все выглядело. Полотенчика. Раковина. Зеркало. Тут плита индукционная. Или как она там? Духовочка, кстати, очень хорошая. Там спали мы днем, отдыхали. Сейчас вот забираю себе домой любимая ложка с вилочкой. Тарелочки очень нравятся. Набор когда-то пластмассовый, но давно купленный. Хорошие. Там зимние игрушки заберем. Стол здесь он какой огромный. Большой. Кровать. Картина какая-то не моя. Тут у нас пусто. Холодильник один. Так мы выходили. Видели сад. Прекрасный сад.
Вот так мы заходим. Так вот всегда заходили все. 20, не 20 лет, поменьше. Вот так выглядит наша дачка. 2021 год. Этот прекрасный стеллажик. Или как он называется? Тарелочки наши любимейшие. Здесь я помню, между тарелками бабуля всегда прятала от нас в детстве конфеты, орешки. Между тарелками так засовывала туда и закрывала это. А мы искали. Хочется сладенького, все лето живешь. Там всегда были у нас вкусняшки, сладости были разные. Еще не пусто. Холодильник старый вообще, там какой-то лет 50 лет, что ли, этому холодильнику. Но он не остается, он-то. Печка. Тут Димины игрушки. Все, ну, это все будем забирать. Частично игрушки только. Так выглядит наш домик. Коврик. И наша спаленка. Тут кроватка мамина. Это сейчас мы складываем уже вещи. Там моя. Ой, так любила свою кроватку я. Диван. Окошки. Ну, такой ремонт обычный для обычного домика. Шкаф. Там стояла кровать раньше. Она мягенькая, удобная, самая скрипучая. Спишь, всю ночь скрипит, но спишь. Дача. Любимая дача. Тут Димин забираем. Там водичка у нас. Телевизор. Стол остается. Стул. Вот это вот мой стул с самого детства. Ребенком была, всегда сидела на нем. Мой любимый стул. Грязненький весь, затрепанный. Какой классный. Хочу его забрать. Не знаю, родители не хотят. А к себе домой мне некуда уже. Вот так выходили всегда. Тут у бабули сухарики делаются горчичные. Какие-то там, где всегда сушили все. Тут бутылочки у нас. Там дача видна. Бабуля видна даже. Не знаю, что ее снимают. Груши уже. Мне кажется, они на следующей неделе уже будут готовы. Следующий выходной. Обожаю сборы. Сборы чеснока. Боже, как земля пахнет. Как пахнет сырая земля. Чесночок так ароматно. Последний раз у нас сборы. Обычно сборы проходят осенью, а сейчас у нас еще середина лета. И мы начинаем все собирать. Все, что возможно собрать. Даже отдохнуть нет времени. Даже здесь я прибралась. Весь чеснок, видите, нету. Вытаскивала. Воду дали, поливается газончик последний раз. Ай, груша. Груша. Ее уже можно кушать, наверное.
Яблочки, вот тут яблонька, видите, как согнулась сильно. Яблочки уже большие. Мама сказала, спросит у новых хозяев. И, возможно, попозже мы приедем и соберем яблоки и облепиху. Ну, для меня самое главное – это яблоки и груши. Самое главное. Ну, зелень, конечно, зеленушечка. Мяту сейчас я соберу. Остальное же купим. Куда деваться? Денешься уже никуда. Быть может, когда-нибудь, лет через 20-30, будет у меня своя дача. Вместе с вами, возможно, засажу. Сделаю такой же сад. Ну, сад бесподобный, сад офигенный. Деревья также посажу, яблоки будут. Сад, травка, на пенсии, может быть, жить буду на даче. Здесь плохо тем, что воды питьевой нет. Магазин далековато, зимой не поживешь. Ну, вот воду устали таскать. Магазин, ладно, дойти можно, цены такие же. А вот воду пятилитровками покупать, таскать питьевую, готовить, суп не приготовишь. Конечно, одним женщинам жить сложно здесь. Наши сосенки. С этой стороны не вижу. С лестницы были видны, да, яблоки? А с земли уже не видать. Летние сборы. Ай! Прямо в пакет сам прыгнул. Сами прыгают. Сейчас я уйду, то по голове мне сейчас упадет. Он хороший упал. Это для яблок. Ну, много не рвешь, все равно. Вот эти уже хорошие. Хорошие? Ну вот тут уже хорошие. Я думала, ты прям красный нашла там. Нет, крайне не красный. На, попробуй, кусни. Нормально. Нормально? Сочная? На, попробуй. Не, я не буду кусать, мне надо резать их. Я зубы оставлю там, свои остатки зубов. Ну, домой хотела забрать и сушить. Или на чай ее, например. На чай. Веточку. Хорошо будет. Так, мой любимый велосипед. Покупали за 10 тысяч когда-то. Вы знаете, ни разу не ломался. Бывает вещь, реально. Сколько на нем ездили. Весь пыльный. Сейчас я на нем покатаюсь чуток. Успею. Весь пыльный. Хороший. Ну, вот этот перекладин, конечно, для девочки неудобно. Но неудобно, что одинаково. На одном расстоянии находится кресло, и вот эта спина побаливает, честно. Как бы не пытался руль поднять, никак. Приехали на поле. А тут пшеничка. Запыхалась. Что-то я не с привычки. Какая красивая, смотрите. Красота какая. Детство тут мое прошло. Последний раз в жизни я здесь нахожусь. Больше никогда не попаду сюда. Как бы больно это ни звучало. Там дорожка
тоже поля пшеничные. Куда мы не поедем уже. А здесь я раньше набирала травку. Целебно занималась травоведением, когда тут собирала. Сейчас уже все заросло тут. Это было давным-давно. Ой, ходим-ходим, складываемся. Запахли, елочки запахли. Так ароматно пахнут. Пахнут. Шишечки, мангал наш. Здесь клубничка. Облепиха. Мама сказала, за облепихой попозже приедем сюда все-таки. Цветочки тут. Этот ствол деревьев. Все, прощайте, деревица. Здесь тоже деревца. Палочка. Это дерево. И сколько его лечило? Надеюсь, что его не срубят. Его полечит, да лечит. Прощайте. Там слива. Слива скоро поспеет. Наверное, уже поспела. Жигулевская. Здесь тоже хорошее. Груша. Игрушки уже большие. Ящерки. Ящерки. Здесь камень. Груша. Груша у нас не плодила много лет. А сейчас какие вон грушки. Шикарные. Надо сорвать. Чесночек я набрала. Грушечку. Опа. Эту грушу заберу себе домой. Последний раз грушу съем. Своя любимая. Тут деревца. Там тоже всякие. Тут дерево. Опа. Лоплю свою тряпочку оставила. Прощай, дерево. Расти долго-долго, чтобы еще деревья порадовали своих хозяев. Это деревце. Дима здесь колупал, колупал. Сад был у нас. Там помидорки.
Отсюда вон смотрится сад еще шикарнее. Этот ролик получился, наверное, очень длинный. Без монтажа, скорее всего, даже.